не только я. Вот эти многотысячная делегация, которая прилетела, любители борьбы, специалистов, спортсменов, тренеров, людей, которые болельщиков, безмерно благодарны лично Егору Афанасьевичу Борисову, якутянам, за вот все то, что было сделано для них. Были учтены все нюансы. И ни один человек не уехал сюда, не получив внимания и гостеприимства великого якутского народа. И мы надеемся, что мы еще не один раз сюда вернемся. И, пользуясь случаем, хотел огромное спасибо сказать. Слово благодарности Егору Афанасьевичу, всем спонсорам, которые финансировали, поддержали. Компании «Алроса», ее президенту Жаркову. Все было на высшем уровне.